Здравствуйте, дорогие друзья! Для сохранения изображения умершего человека в древности, в Сибири, придумали керамические погребальные маски. Смотрим. Мы находимся в Краеведческом музее имени Леонида Романовича Кызласова, и вы видите в этой стеклянной витрине уникальные маски эпохи Таштыкской. Чем они уникальны? По этим маскам мы узнаем, какие люди жили в эту эпоху и какого они были вида – европеоидной и монголоидной. Женские маски раскрашивались краской красной, делали узоры на лбу, на висках, на щеках, на подбородке. А мужские маски полностью закрашивались красной краской и только на лбу прорисовывались узоры. Для чего делались эти маски? Эти маски накладывались либо на лица умершего человека, либо делались отдельно из гипса, песка, глины. И кроме того, этими масками могли заниматься только два человека. Это был либо шаман и человек, умеющий делать маски.